В селе Великомихайловка Раздельнянского района произошел взрыв в жилом доме. Спасатели установили причину возгорания газовоздушной смеси в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. В результате происшествия получили термические ожоги хозяйка квартиры и ее сожитель. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу в состоянии средней тяжести. Предварительной причиной возгорания в ГСЧС считают нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Через спалах було зруйновано міжкімнатну перегородку, також пошкоджено міжквартирну стіну, двері та вікна. Попередньою причиною вибуху є порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації газового обладнання.